Всем привет! Сегодня мы приехали в Виторию-Гастейз. Это столица страны басков. Так что сегодня будем гулять здесь. Такой большой крокодил. Там бегемот. И это кафедраль Марии Иммакулады. Gracias.
Мы уже нагулялись, приехали на автобусную станцию. Думали взять автобус 16:45, но уже не было билетов. Так что взяли на 17:45. Автобусы каждый час. Так что нашли парк, очень красивый, и гуляем. Такое ощущение, как будто мы не в Испании, а где-то в Америке, я не знаю, в Канаде. Очень классный парк. Нам понравился город. Очень широкие улицы по сравнению с Сан-Себастьяном. Ну, очень много стареньких домов. Мало туризма. Практически нету. Не то, что у нас. И по ценам, в принципе, кажется, чуть-чуть дешевле. Так как мы в последнее время мало выходим, так что не очень можем сравнить. В супермаркеты мы не ходили. В магазины с одеждой тоже не ходили. В основном так, погулять. Ой, какой красивый парк. И сейчас уже солнышко такое. Цвета такие. Скоро закат. Мы где-то тоже ездили здесь в один парк. Но не помним, где он находится. Но тоже где-то на окраине города был он. Но это точно не этот парк. Может, этот как-то ведет к тому парку. Не знаю. Так что будем гулять, наслаждаться прогулкой и потом домой. Это автошкола. Прикольно. Хорошие цены, да? У тебя есть и симулатор, и перед тем, как не надо платить бешеные деньги, чтобы потом уже, когда тут идешь, платишь несколько уроков. Снимаю это. Ага. Снимаю. У нас в Сан-Себастьяне я такого не видела. Único simulador de Álava. Ага. Ну да. Хочу поделиться информацией, возможно, для кого-то она будет полезной. В этот раз мы платили наши билеты картой Муги. У меня Муги, а Адриана еще Лураль де Бус. Не знаю, можно ли купить сейчас где-нибудь Лураль де Бус, но Муги можно купить во многих местах. Это в табачных лавках, в газетных киосках, в некоторых книжных магазинах. За билет я заплатила 65 центимов в Виторию и 65 центимов обратно. Это приблизительно 100 километров, то есть достаточно большое расстояние. Адриан, так как почти не использует свою карту, почти не ездит в автобусах, он больше использует велосипед для передвижения по городу, он заплатил 3,35 Виторию и 3,35 обратно. Карты у нас персональные, мы платим за путешествие. Чем больше путешествий мы делаем, тем меньше мы платим. И также есть анонимная Муги. Она стоит 5 евро, и билет стоит 48 центимов на человека. Этой картой можно платить за всю семью, неважно сколько там человек, главное, чтобы было сальдо на счету. Это в городском транспорте, в автобусах Дебус. Потом есть автобусы, которые ездят в села, там можно платить до 9 человек этой картой. Потом также этой картой можно платить в Ренфе и Эушкотрен. Но там нельзя платить за большое количество людей. Там может ехать только один человек. То есть один человек может заплатить за себя этой картой. Также есть карты для туристов. Они вроде бы в туристическом офисе приобретаются. Ну вот это Муги, если вы приезжаете в Сан-Себастьян на несколько дней, думаете использовать городской транспорт,
то это выходит очень экономно, потому что так Дебус стоит одно путешествие €85, а если иметь анонимную карту Муги, то можно платить 48 центов за человека.